В эти минуты хоккеисты Уральского Трубника играют первый домашний матч чемпионата России. На городском стадионе наша команда принимает родину из Кирова. Поддержать первоуральскую команду на стадион пришли сотни болельщиков. С началом хоккейного сезона в первоуральской команду и горожан поздравляют специальные гости. Напомню, в прошлом сезоне Уральский Трубник стал бронзовым призером чемпионата России. Сейчас наши хоккеисты на 9-м месте, а родина на 13-м. В случае победы первоуральцы поднимутся на строчку выше. Наша команда может сравняться по очкам с новосибирским Сипсельмашем. Об итогах матча и самых ярких моментах игры расскажем завтра.